Очередной трейлер Мушоку Тенсе. Какой там третий, по-моему, уже. Хотя первый был типа не совсем трейлер в плане того, что это не то, что в аниме будет, а то, что просто нарисовали. Это второй именно полноценный уже. Сначала просто глянем. Ну что-то даже есть. Так, ладно. Видимо, да, мне говорили, что, скорее всего, опенинг будет уже полноценный, хотя, ну, в оригинале вроде когда тоже трейлеры выходили, там типа тоже была музыка из опенинга, но она как бы из опенинга первых серий. Ну, даже если, конечно, перейдут на обычного, опять же, как я говорил, не то чтобы что-то критическое, потому что первый сезон все же путешествие большое, много локаций, под каждую свою тему делали. И как бы во время этого опенинга представляли локацию буквально, да, то есть. Здесь же такой возможности не особо будет. Две локации, по сути, ну ладно, три локации за там 25 серий условных. И это, скорее всего, к первой половине. Опять же, не знаю, будут ли делить. Да, у нас сменились команда. Самое, наверное, кстати, даже неприятное, даже, возможно, не режиссер, а дизайнер, который должен следить еще за тем, чтобы... Я много видел, да, уже слитых материалов в плане там проблем там, с лицами кое-где. Вот. Опять же, возможно, для трейлера там что-то нарезали, да, чтобы там что-то анимировано было, как бы в трейлере явно было. Вот, так что не все, по крайней мере, совсем супер-мега плохо будет. Ну, опять же, с другой стороны, арка та, на которой и точно... Если уж где расслабляться, то явно здесь. Типа третий сезон куда важнее сделать хорошо, чем второй. Здесь главное под конец собрать команду снова хорошую. На последнюю арку второго сезона. 12-й том, который... Там, конечно, если облажаются, будет неприятно. Здесь, в принципе, не то чтобы прям много всего надо. Опять же, всегда приятно, когда... Есть на что посмотреть даже там в повседневных стенах и тому подобное, но не настолько критически необходимо. А кто это? Я что-то не могу. Седьмого тома, возможно. Я все еще седьмой том, кстати, не прочел нормально. А, ну, пора уже, видимо. Тут и оп и эндинг играл, Джек. Тут же, блин, написано, блин. Опенинг, спирал от лонгменов. Эндинг. Что-то там на японском, что-то там на японском. По крайней мере, зверушек, как в Кимецу в 3D не рисуют. Уже неплохо. Уже лучше, чем Кимецу, как говорится. До уровня Кимецу мы не скатимся.
Люк, что с твоим лицом? Лол, я сейчас обратил чуть внимание. Ну, его же, да, в первом сезоне же рисовали. У него лицо явно было посерьезнее. Тут прям какой-то бой, блин. Не буду произносить слова вперед на всякий случай. А, я понял, за улыбчивого лица и пряди. Да, хотя, опять же, это совсем не его характер. Не такого типажа совершенно. Типа, реально, типа, у них с Ариэль, типа, одно лицо, грубо говоря. Видите, да? Буквально одно лицо, одно выражение. Но, типа, одно дело она, которая, как, ну... Её лицо, да, которое она держит для всяких дел своих. И другое дело, ну, мэн просто, который, ну, просто хмурый мэн. Сомнительный редизайн. Этот кадр тоже немножко странный. Ладно. Ну ничего, прям, да, отвратительно ужасного, конечно, трейлера не было. Конечно, трейлер, это, как говорится, сборище зачастую самого лучшего, что есть в шоу. Но будем верить, что хотя бы нормальный какой-то уровень удержат. Нет записи.